поезд. В купе сидит монашка. Вдруг к ней заходит дама в шикарной норковой шубе. Монашка: «Господи, сколько же такая прелесть стоит?» Дама отвечает: «Всего лишь одна ночь любви». Снимает она с себя шубу, а у нее ожерелье. Монашка: «А это прелесть, что у вас на шее, сколько стоит?» Дама: «Всего лишь две ночи любви». Снимает дальше дама с себя перчатки, а у нее перстень, а на нем такой изумруд красивый. Монашка взмолилась и говорит: «А это красота, сколько стоит?» Дама: «Да всего лишь три ночи любви». Наступила ночь. Стучится кто-то к ним в купе. Монашка: «Кто там?» «Это я, отец Андре». Она: «Шли бы вы, отец, куда подальше со своими карамельками».